велосипед Stark Voyager приехал к нам из другого города. Здесь была очень большая проблема с задним колесом. Тормозные колодки полностью протерли обод. Обод был с трещиной. Плюс очень большой износ втулки. Втулка болталась, ей было очень плохо. Поставили новое дорожное колесо на одинарном ободе. Колесо полностью в сборе, стоит 1000 рублей всего-навсего. Опять же, оно легкое, одинарный обод, то есть особо на нем прыгать, скакать нельзя. Перебрали переднюю втулку, поменяли кареточный узел, поменяли колодки, настроили тормоза, настроили переключатели. И вот настроили пока вот так вот. Но я так думаю, надо это все поменять. Потому что оно работает хорошо, но я думаю, что рубашку и тросик мы сейчас все-таки поменяем на задний переключатель, чтобы работало еще лучше. Руль стоит как-то необычным образом. Видимо, клиенту так удобно. Видите, такая посадка, что-то спортивное. В общем, бюджет ремонта по этому велосипеду чуть меньше 4, потому что стоит полностью новое колесо. В принципе, вот внешне он как был такой немножко неприглядный, так он и остался. А на самом деле сделано очень многое. Все настроено, все отрегулировано. Колодочки, как вы видите, все новенькие. То есть снаружи ничего не изменилось, а на самом деле вся ходовая часть у него, можно сказать, обновлена. Так что такие могут быть бюджеты по ремонту. Если велосипед отъездил 10 лет, за втулками, за колесами никто не следил, и каретка полностью развалилась. Приехал клиент забирать велосипед, а он из другого города. Проехался на новом колесе, на перебранной втулке и сказал: да, да, трансмиссия у меня полностью изношена, ей очень плохо, давайте поменяем теперь и шатуны, и цепь, и заднюю трещотку, задние звезды. И, соответственно, велосипед остался у нас еще на несколько дней, когда клиент сможет опять приехать в город, чтобы вот это все мы поменяли на новое, потому что ждать он не хотел. А по времени замена трансмиссии — это где-то около часа, пока все снимешь, пока все помоешь, пока все наденешь обратно. Вот такие вот продолжения истории про велосипед Stark с необычным рулем, с необычной посадкой. Смотрите, как тут сделано. Интересно.